Ребята, в этой серии все пошло наперекосяк, и там просто такой эпик, поэтому, пожалуйста, смотрите от начала и до конца, потому что вас ждет очень что-то жесткое. Нет, ребят, я серьезно, просто поверьте мне на слово. Просто не перематывайте видос. Будет мясо. Всем привет, это Фриз, и сегодня я нашел новую имбу на сервере CraftU. Точнее, новый чит на сервере CraftU. Прикол в том, что этот чит может позволить себе любой человек, потому что он покупается за рубли. Но все нормальные читы покупаются за рубли, поэтому его могут позволить каждый человек. Прямо сейчас в моем инвентаре лежит этот чит, и, ребятки, вот он. Вы скажете то, что вы уже видели подобный грифершон на моем канале. Если не видели, то вон там вот ссылочка, как бы смотрите, да, после этого видеоролика. Но спешу вас огорчить, потому что сегодня я буду комбинировать эти свитки с вот таким вот яблоком и также с вот таким вот зельком. С вот таким вот зельком. Ну, когда я научусь уже нормально говорить, ну. Я еще не пробовал это все дело в деле. Дело в деле, да боже, когда я научусь говорить реально, что я говорю сейчас вообще? Короче, я пока что это все дело не использовал, поэтому сегодня мы прямо с вами это все и посмотрим. Прямо с вами. Да почему я такой бред несу? Помогите, пожалуйста, изучить русский язык. Короче, перед тем, как мы начнем, попрошу тебя поставить лайк и подписаться на канал, потому что это очень мотивирует делать видосы каждый день. Ну и также мне будет очень-очень приятно. Играю, как обычно, на CraftU, IP есть в описании, также вон-вон там, так что присоединяйся, играю на первом классическом мире. И именно на CraftU ты сможешь найти этот чит и даже его попробовать, то есть поиспользовать его, да. Ребята, прямо по курсу какой-то челик, давайте пульнем в него вот так вот стрелу и все. Ребят, он в кулдауне и, походу, он в АФК, или... Да, да, ребятки, он не в АФК. Но братишечка, поздно, уже надо было позже ливать от меня, потому что я тебя прямо сейчас убью. Кстати, смотрите, я его убью даже без ничего, походу. Просто убью, то есть я даже, ребят, не бафался, чтобы вы понимали. Если что, все ресурсы я буду отдавать, поэтому, чел, не бойся, что я тебя загашу, потому что я тебе все-все это дело верну. Главное, рассыпайся и, ребят, посмотрите, как красиво ресурсы лежат. Если вы хотите обзор на новую сборку, то напишите об этом в комментариях. Так, а мы телепортируем этого молодого человечка сюда, к нам, потому что я ему буду сейчас возвращать все свои ресурсы, все его ресурсы, поэтому... Вот, братишечка, держи. А мы приступаем к следующему челику. Ребята, прям по курсу два человечка, поэтому давайте мы запуляем в них вот такие вот стрелы офигительные на моментальный урон 3. И, ребятки, все, пора есть искристое яблоко. Если что, оно мне дает очень большой реген и также силу 3 и скорость 3. Поэтому считайте то, что я просто выпил эликсир волк и буду сейчас их гасить. Но посмотрите, как этот челик меня дубасит. Подождите, он что, с читами, что ли? Или мне показалось сейчас? Ребятки, обязательно напишите в комментариях, потому что мне кажется, что он лупит даже не по мне, вообще даже по моему хитбоксу не попадает. Но, ребят, возможно, это баг версии, потому что они, возможно, сейчас играют с 1.22, а я с 1.16.5. Поэтому бывает вот такое вот. Черт, ребят, у меня закончились бафы. Почему у меня закончились бафы? Черт побери! Почему они так быстро закончились? Я думал, то, что они помедленнее, когда закончатся, ребят. И здесь будет ловушка. Здесь по-любому будет ловушка. Да, ребят, там ловушка. Там ловушка. Черт, блинский, ладно. Мне надо хотя бы одного загасить. Блин, просто, ребят, они еще не знают то, что я буду им возвращать ресурсы. Ну, там же ловушка, и здесь где-то будет ловушка по-любому, ребят. Ну, да, смотрите, вон там ловушечка. Давайте попытаемся спихнуть этого челика в свою же ловушку. Если у нас это получится, это будет... Да, блин, у меня пропадают эти бафы. Я думал, что это яблоко вообще имба, но оказывается не очень. Так, ладно, сделаем вид, то, что мы просто от них убегаем, потому что, ребят, у меня очень плохие бафы. Здесь еще какой-то челик появился, черт! Нам нужно сейчас далеко убежать, чтобы у нас прошел колдаун, и мы закупились нормальными бафами, потому что питаться яблоками это ненормально. Поэтому мы пишем шоп и быстро закупаемся крутыми бафами, например, эликсир волк и также эликсир гром, потому что это, ребят, реальные бафы. Ну и смотрите, кто-то уже ко мне пришел, поэтому смотрите, что он делает. Он куда? Куда? Ну я же его ударил. Вы видели, ребят? Куда он ливнул? Ну, поблизости вас не находится ни одного игрока. Да почему так-то, ё-моё? А нет, ребятки, смотрите, здесь очень много игроков, поэтому мы пьем эликсир волк, чтобы не продуплиться. И погнали. Вот, первый щелик, которого я увидел. И, братишечка, привет, извини, конечно, но я должен тебя загасить. Ой, ничего себе. Вот это он нас, конечно, расфигачил, типок. Во всяком случае, у этого челика есть ловушка, ребят, поэтому нам нужно, главное, не подпускать его к своей ловушке и просто его жестко-жестко фигачить. Потому что я ему наношу по 2 сердечка урона, и, ребят, это достаточно очень много, и у него очень мало сердечек, и, братишка, все. Да ё-моё, да тупые вы траперы, пошел вон. Смотрите, ребят, кто-то ко мне подошел, и, по-моему, сейчас мы его можем ливнуть, да, ребятки, мы его ливнули, но я даже не понял, кто ко мне подошел. Ну ладно, ребят, это была его идея подойти ко мне, поэтому, как бы, я ему ничего даже и не верну. Ну, потому что он на меня напал, а не я на него, поэтому, вот так вот, да. Ну, а тем временем у меня закончился баф, поэтому давайте, мы пьем эликсир гром, который нам дает невероятно ребят, регенерацию и очень жесткую силу. И вы просто посмотрите на этого челика, он уже кидает перочки, но он еще не понимает то, что его ждет. А нет, подождите, он только что выпил эликсир гром тоже. Черт побери! А,
Вот так вот, да, значит. Почему все от меня ливают? Ты же выпил сейчас гром. Зачем ты сейчас ливнул от меня? Просто, ребят, я их не понимаю. Давайте снова попробуем напасть на этого челика и не подпустить его к ловушке, потому что он меня уже задолбал порядком. Нету никакого нормального ППВП, а нужно просто ливать свою обоссанную трапку. Да, братишечка, твоя тактика. Зачем так делать, непонятно. И посмотрите, снова этот челик. Снова этот челик сюда пришел. Ты же, по-моему, ливнул отсюда, а сейчас снова приходишь сюда? Зачем? Непонятно. Но, ребят, я должен этого челика просто загасить, потому что он уже взял тотем, ребят. И смотрите, что он делает. Он пытается меня скинуть в свою ловушку, но у него ничего не получается. И очень... А, куда? А, ясно. У него еще и здесь ловушки. Боже мой. У меня, ребятки, скоро сила пропадет, поэтому нам нужно кого-то сейчас загасить. Этот челик со мной затимился, поэтому нужно вот этого челика гасить. Но сюда я вообще никак не пройду. А, ребятки, проходить-то и не надо, смотрите. Уже челик готовый здесь. Готовый, стоит. Я толком-то с ними и не пэхаюсь, потому что они просто-напросто убегают от меня, и я даже не успеваю свиток уязвимости зафигачить, потому что, как бы, ну, он даже здесь не нуждается в этом. Поэтому давайте просто ливнем. Но они постоянно ливают свою ловушку. Ну, типа, ну зачем? Все, я ищу новых челиков, поэтому все, до свидания. Ребятки, я нашел очень жесткий замес, но я сейчас кинул куда-то перку и меня куда-то телепортировало. Но это не важно, потому что они где-то здесь очень рядом, поэтому просто кидаем перочку и летим к ним. Вот они, ребятки, посмотрите, сколько их здесь много, поэтому давайте мы одному даем КД, второму, третьему, четвертому. Всем, ребятки, короче, даем КД, свиток уязвимости юзаем, пьем эликсир гром, ребятки, и сейчас будет полная жесть, потому что их очень много, ребятки. Просто, ребят, здесь их очень много. А, я... Чё? Я даже не успел это прокомментировать, ребят. Они... Блин, два удара. Ё-моё. Я даже не помню их ники, ребят. А как мне возвращать ресурсы-то? Ё-моё. Так, ладно, во всяком случае, там есть алмазники, поэтому давайте мы хаваем прямо сейчас корус и ничего не происходит. Так, еще раз, ребятки, хаваем корус, и нас телепортируют сюда, и теперь я могу с ними даже попыхаться, ребятки. Смотрите только, это их территория. Так, ребят, это их территория. Поэтому, скорее всего, я даже здесь ничего не смогу сделать, но там был чел. Там был чел, но почему он ливнул? Но я вижу то, что этот челик хочется на ПВП. Ну, ребят, ну просто все меня боятся. Все от меня ливают, потому что я жесткий топер. Кто, кроме меня, будет покупать столько много свиток уязвимости и вот такие вот тотемчики, ребятки? Я думаю, что никто, поэтому, да. Ребята, меня позвали на варп, поэтому давайте мы сейчас телепортируемся на варп 18+, и смотрите, здесь паутинки, черт, я их очень боюсь. И смотрите, ребят, здесь два топера, ребят, два топера. У меня есть еще силка, поэтому мы можем с ними немножечко вот так вот погоняться и попробовать кого-то убить. Они мне, ребят, очень много наносят, поэтому свиток неуязвимости, и давайте мы сейчас захаваем эликсир волк. Ну и начнем их, собственно говоря, фигачить. Я не понимаю просто, кого здесь надо бить. То ли вот этого челика, то ли еще одного. Они, вариант, просто одинаковые. Поэтому я буду бить вообще всех. Только у одного есть стихийка, как я понял. А у одного, как бы, ну, бронь такая себе. Но, как я понял, я им практически вообще ничего не наношу. А вот бродеру я как раз-таки что-то да и наношу. А тому челику практически вообще ноль. Вот реально, ноль из, там, не знаю, из нуля. Они мне очень много наносят, потому что у них, видимо, стихийка, ребят. Но у меня есть очень донатерские ресурсы. Поэтому, ребят, ну, как бы, мне пофиг на ваши удары. Да и на вашу стихийку тоже, потому что я буду по КД юзать свиток неуязвимости, и вы меня просто не сможете достать. Поэтому, ребятки, даже можете не стараться меня загасить, потому что я недосягаем. Жалко то, что тут какая-то жесть происходит, вообще ничего не понятно, что происходит, потому что, смотрите, я челику как бы наношу урон, но он настолько мизерный, что он даже не считается. Хотя у меня сейчас, вот прямо сейчас забаф на сила 2, и посмотрите, как мне много наносит, потому что у меня сломался шлем. Но, ребят, ничего страшного, потому что у меня есть свиток неуязвимости, и там где-то, ребятки, ловушка. Потому что у кого-то есть очень жесткий мечик на отдачу. Так, ладно, ребят, пока меня до конца не слили, давайте юзать эликсир гром и попробуем их вот так вот уже загасить. И, кстати, смотрите, ребят, здесь ловушка. Здесь ловушка, я заметил ловушку, отлично. Походу, как я понял, они сдружились, либо что? Кто-то не фигачит друг друга. Во всяком случае, фигачим этого челика, потому что у него немного хуже броня, как я понял. И, да, меня скинули в ловушку. Меня скинули в ловушку. Но, ребят, как вы можете не понять, что мне пофиг? У меня... Ой. Здесь кто-то упал. Ну ладно, неважно. Так, ребятки, смотрите, в меня запускают динамиты и... Ну, ребят. Что? Что? Мне не пофиг? Какого фига мне не пофиг на динамиты? Чего? Это же свиток неуязвимости. Что за дела? Так, ребятки, эликсир ласточка в бой. А, не, ребятки, все, отлично. Мне вообще пофиг на эти взрывы. Все, я понял. Ну, вот этого я не понял. Не понял. Так, юзаем быстро, ребятки. Нужно сейчас все пить, потому что меня затрапили, ребят. Меня очень жестко затрапили, и чтобы им ничего не досталось, я просто все выпью и попробую отсюда хотя бы ливнуть. Вот так вот. И
Вот как-то так. Все. Вот так вот. Не знаю, смогу ли я отсюда выбраться, потому что там меня на поверхности ждет еще один челик. Это бройдер, по-моему. И вот, ребят, зачем я телепортируюсь на такие варпы? Ну это же понятно, что здесь будут какие-то челики, которые очень жесткие и с трапками. Мне очень много, ребят, наносят. Ну просто супер много. Но, благо у меня есть свиток неуязвимости, и мне вообще пофиг. Вообще, ребят, плевать. А как вы знаете, если у меня есть свиток неуязвимости, значит я даже могу голым против них противостоять. Главное, просто вовремя вот так вот их юзать, и как бы ничего не будет, и там, в смысле, это же чел только что был алмазником, а сейчас он уже этот, обычный чел. Здесь типок, ребят, здесь типок, черт. Главное сейчас не продуплиться и постоянно юзать свиток неуязвимости. Как я понял, он вообще, ребят, на все действует, то есть и на динамит, и на урон с игроков, а вообще, ребят, на все. Но проблема в том, что эти два челика сдружились и теперь меня вдвоем фигачат. И что вот мне, ребятки, сейчас делать? Свитков у меня осталось не так уж и много, а брони у меня вообще нету, ребят, смотрите, все, по-моему, это смерть, ребятки, это для меня смерть. Да. Офигенно. Просто отлично, я забыл заюзать свиток. Ребятки, смотрите, ваниши полетай, просто последи. Бройдер читер, если что, красава, дарит он резко читером дальше. Уже двое челиков, мне пожалуйста, то, что это челик читер. Так, подождите, что-то здесь нечисто. Если два челика пожаловались и топеры пожаловались на другого челика, мне кажется то, что он с чем-то гоняет. Блин, как же жалко, что у нас не проверка игроков на читы, блин. Давайте сейчас за ним последим, как раз таки вот этот челик мне и написал то, что он играет с читами, и просто последим. Следим вот за этим челиком, как он будет его бить. Вы это видите? Ребят, я, конечно, не хочу наговаривать, но вы видите, как он двигает? Что с ним? Он очень, ребят, странно двигается. Может, это лаги сервера, но давайте сейчас последим за его ударами. И посмотрите, он как будто бьет не туда. Чего, ребят, что с ним вообще? Я максимально не хочу сейчас верить, то, что это челик читер, потому что у него донат шалкер, и у него очень много чего, ребят, есть. Я просто не могу поверить, то, что вот у такого донатера, у такого, не знаю, как сказать, блин, топера, есть читы. Честно говоря, ребятки, я уже за ним наблюдаю около 5 минут, и он очень жестко всасывает. То есть вот этот челик его очень жестко прям фигачит, а он просто убегает в свои ловушки. И я не понимаю, где они увидели здесь читы. И все-таки, ребят, мне кажется, то, что вот этот челик бродер с читами. Я не знаю почему. Не, ну как, я знаю, потому что, возможно, у него хитбоксы, но, блин, я не знаю. Я за этим челиком сижу уже более 10 минут, и, ну, как бы, такого криминального ничего не происходит. Да, где-то, может, боком ударил, где-то задом, но, ребят, это, возможно, все пинг. Пинг очень много чего решает, поэтому, ребят, ну я не могу судить вот тупо по ПВП. Нужно его вызывать на проверку. Поэтому я жду, пока они закончат ПВП, и вызову его на проверку. О, кто-то купил Василин. Лаки, большое спасибо. Ну и вы посмотрите, просто как бродера унижают. У него уже все просто трескается. И, ну блин, ну почему говорят, что он с читами? Не понимаю. Посмотрите, как он всасывает себя. Он даже умер, ребят. И они еще и пишут 0-0. Короче, блин. Ладно, давайте мы его вызовем на проверку. Ребята, он только что ливнул. Он только что ливнул. Смотрите, я ему написал и... Смотрите. Что? Он ливнул с проверкой, ребят. Ребят, это бан. Да, это бан. Это бан донатеру. Смотрите, как челики радуются в чатике. Я в шоке. Офигеть. Ребят, смотрите, ну его нет. Его нет на се... Жесть. Ребят, я сейчас все ему снесу здесь вообще нафиг. Баню его за 3,9 в скобочках лив с проверки. Ну и самое сладенькое, ребят. Я думаю, вот то, что вот эти челики сейчас меня смотрят, поэтому, ребят, вы, наверное, все-таки были правы, что он с читами. Блин, чат просто разрывается. Смотрите, просто жесть. Ху-ху. Походу, ребят, всем ему надоели. Точнее, нет, он всем надоел, да. Жесть просто, ребят, я в шоке. Ребят, я тут посмотрел его базы и... Ну, я в шоке немножечко. Вы просто посмотрите, какие здесь ресурсы. Блин, ну я не могу это все сломать. Просто из-за того, то, что нет доказательств, что он был реально читером. Он просто линул с проверки. Блин, что делать, что делать? Я могу это сломать, но... Черт, я не знаю, что делать, ребят, черт. Здесь очень много донатерских ресурсов. Не то чтобы очень, а очень много донатерских ресурсов. Но вот тут вот челик в чате просто спамит то, что у него есть этот рек, как он спиной бил, поэтому кинь мне в ТГ.
Ну что ж, ребят, я думаю, то, что вы получили дозу контента. И я надеюсь, то, что вам понравилось данное грифер-шоу. И также проверка на читы. Как сказать? Ну, блин, это комбо какая-то. Реально, это какой-то комбо. Я и тут и проверил челика на читы, как бы, ну, последил за ним. И еще погриферил. Это круто, реально. В общем, с вами жирный лайк и также подписочка на канал, если вы еще не подписаны. А с вами был Фриз. Всем удачи, всем пока. Большое спасибо за просмотр. Пау! Пфф.